Новую выставку в музее Островского назвали «Плюшкин и компания». Такое название не случайно, ведь коллекция фигурок литературных героев началась 20 лет назад с появления в музее скульптуры именно этого персонажа «Мертвых душ» Гоголя. Все знают, что Плюшкин был такой собиратель, который тащил все к себе в дом, ну, сродни нашей музейной профессии тоже. И просто действительно какое-то волшебство, что именно с Плюшкина началась коллекция наших литературных статуэток. Все фигурки, которые вошли в выставку, были когда-то подарены музею жителями Сочи. Выполнены они из фарфора и фаянса. Сделаны в советские времена. Тогда такие статуэтки производили 25 фабрик и заводов. Самая старая из них – вот эта Снегурочка. Ее изготовили в 1937 году. В числе экспонатов как герои народных сказок, так и известных произведений классиков. Герои узнаваемые. Это и Оксана Сваков, Акула и Гоголя, дама-собачка Чехова и квартет из басни Крылова. Кстати, сейчас все эти статуэтки стоят недешево. Плюшкин, например, от 18 тысяч. Необычна и сама форма проведения экскурсий по выставке. Основная аудитория – это дети, для гостей экспозиции, игры, викторины и даже просмотр мультфильма «38 попугаев». Кстати, главных героев известного советского мультика можно тоже увидеть среди экспонатов выставки. В музее Островского она будет работать до конца июля.